Владимир Маяковский. Товарищу Нете, пароходу и человеку. Я недаром вздрогнул, не загробный вздор. В порт, горящий, как расплавленное лето, разворачивался и входил товарищ Теодор Нете. Это он, я узнаю его. В блюдечках, очках спасательных кругов. Здравствуй, Нете, как я рад, что ты живой. Дымной жизнью труб, канатов и крюков. Подойди сюда, тебе не мелко? От Батума чай котлами покипел. Помнишь, Нете, в бытность человеком ты пивал чаи со мной в дипкупе. Медлил ты, захрапывали сони, глаз кося в печати сургуча, напролет болтал о ромке я капсоне и смешно потел стихи уча. Засыпал к утру, курок аж палец свел. Суньтеся, кому охота? Думал ли, что через год всего встречусь я с тобою с пароходом? За кормой лунища, ну и здорово, залегла просторы надвое порвав. Будто навик за собой из битвы коридоровой тянешь след героя, светел и кровав. В коммунизм из книжки верят средние. Мало ли что можно в книжке намолоть, а такое оживит внезапно бредни и покажет коммунизма естество и плоть. Мы живем зажатые железной клятвой, за нее на крест и пулею чешите. Это чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человечьим общежитием. В наших жилах кровь, а не водица, мы идем сквозь револьверный лай, чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела. Мне бы жить и жить, свозь годы мчась, но в конце хочу, других желаний нету. Встретить я хочу мой смертный час, так, как встретил смерть товарищ Нетте.